по меньшей мере 41 человек погиб в результате взрыва в угольной шахте в провинции Бартын на севере Турции. Эту информацию подтвердил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, посетивший место трагедии. Взрыв прогремел в пятницу вечером. На глубине 300 метров вспыхнул пожар. Под землей в этот момент находились 110 человек. Выступая перед собравшимися, турецкий лидер обещал положить конец авариям на шахтах. Конечно, мы установим, как произошел взрыв и есть ли виновные. Мы уже начали расследование обстоятельств произошедшего. Эрдоган заявил, что намерен лично контролировать этот процесс. По данным властей, после взрыва в шахте на поверхность самостоятельно выбрались 58 горняков. 11 пострадавших были госпитализированы. В субботу родственники и друзья погибших простились со своими близкими. В 2014 году в результате пожара на угольной шахте на западе Турции погиб 301 человек.